Сегодня в меню – печенье 8 марта. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Дрожжи – 80 грамм. Сахар – 100 грамм. Ванилин – 1 щепотка. Яйцо куриное – 1 штука. Мука пшеничная – 250 грамм. Масло сливочное – 100 грамм. Для оформления можно брать конфеты M&M's, Skittles. Также в тесто можно добавить корицу, имбирь, мускатный орех. Подготовьте необходимые ингредиенты. Масло комнатной температуры разотрите с сахаром. Добавьте ванилин, яйцо. Просейте муку. Замесите тесто. Раскатайте тесто толщиной 0,5 сантиметра, вырубите кружками разного размера цифры 8. Слегка вдавите дрожжи. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов 10-15 минут. Такое песочное печенье в виде цифры 8 порадует любую девушку в женский день. Готовится очень просто из самых доступных ингредиентов. Скоро праздник, порадуйте представительниц прекрасного пола. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!